Всем привет! Буквально недавно я подумала о том, что есть такая великолепная вещь в интернете, как советы и правила и способы сделать что-то, что мы хотим, чего мы хотим добиться. Не умею разговаривать до сих пор, пиздец. Если вы когда-то пытались погуглить что-нибудь в стиле «как поймать муху», то вы явно видели пару раз предложения в стиле «как понравиться парню, девушке, не знаю, ребенку, педофилу и так далее». Парню это самое популярное. И этим мы сегодня займемся. Я понимаю, что я начала снимать этот видос слишком поздно, но даже если вы уже состоите в отношениях, вы все равно хотите понравиться парню еще больше. Поэтому, пожалуйста, этот видос универсальный. Он для тех, кто еще не понравился парню, и для тех, кто уже вроде как понравился парню. Ну и для тех, кто просто по фану хочет посмотреть мой видос, потому что я классная. Вы тоже пуськи. Начинаем. Ой, как чешется, господи боже мой. Открываем самый первый сайт. lifehacker.ru. Мои зайчики. 7 верных способов понравиться парню. Эти советы от специалиста в области взаимоотношений помогут завоевать сердце того самого человека. Если у вас нет того самого человека, то попробуйте на ком-нибудь из близких. Это такая тупая шутка, господи боже мой, Полина. Психотерапевт, преподаватель, специализирующийся, не могу выговорить это слово, на вопросах сексуальности и отношений. Говорите, не говоря. Возможно, все-таки у Джозефа Фаннелли проблемы, как бы. Еще до того, как вы завяжете с парнем беседу, ваше тело сообщит ему о многом. И первое, что он заметит, насколько вы физически привлекательны. Бля, как же я здесь проскочила. Дело тут не только в красоте. Если вы подтянуты и хорошо сложены, значит, способны родить здоровое потомство. Ну, знаете, обычная ситуация. В 16 лет начинаете встречаться, и он такой: господи, нашел такую бабину, она мне двоих родит. После этого появляется беременна в 16, и они такие: она родила не бохатыря. Она мне не нужна. Вы заметили, да, видосы стали реже, а шутки вот как были тупыми, так и остались. Другой важный аспект. Демонстрируете ли вы заинтересованность? Вешаться на шею, конечно, не нужно, но тонко намекнуть, что у мужчины есть шанс, очень желательно. Показать это можно с помощью двух трюков. Во-первых, чаще моргать, потому что мы, естественно, начинаем делать так, когда взволнованы. Во-вторых, немного наклонять голову в сторону собеседника, это тоже невербальный сигнал заинтересованности. Мне не нравится этот сайт, если честно. Будьте похожи на него. Старайтесь принимать ту же позу, что и мужчина. Имитируйте его движения и жесты. Используйте слова и фразы, которые он включает в свою речь. Если честно, если бы ко мне пытались подкатить с такими же способами, я бы, типа, напряглась. Я бы такая: возможно, не стоит этого делать. Типа, возможно, мы идем в разные стороны, дружище. Короче, мне не нравится. Лайфхакер что-то подкачал. Открываем Ellie Girl. Они не могут быть неправы, это же Ellie Girl. 20 беспроигрышных советов, как понравиться парню. Видите, там было просто 7 верных. Здесь 20 беспроигрышных советов. 20 беспроигрышных. Ellie Girl. Держи тик-так или жвачку в своей сумочке. Ничто не разбивает лед, как фраза «хочешь одну?». По-моему, фраза «покешь пизду» хорошая. Так, ищем жвачку. У меня нет жвачки. У меня есть старый просроченный. Чупа-чупсы могут быть просроченными? Но если да, то это он. Так, сумка. Сумка. Мы же модные бобины, нужно быть как парень, поэтому просроченный чупа-чупс. И сумка. Я готова к этой жизни. Носи сексуальные сережки. Они выгодно подчеркнут плавный изгиб твоей шеи и привлекут его внимание. Окей. Мне кажется, эти сережки идеально подходят моему образу. Вы просто гляньте, какая я львица с плавно подчеркнутым изгибом шеи. Используй тактику «неуклюжая подлиза». Ты выбираешь место, где много людей, и как бы случайно налетаешь на парня, говоря при этом что-нибудь вроде: «О, прости, пожалуйста, при виде симпатичных парней меня немного штормит».
можно следующий совет, пожалуйста? Подразни его. Когда он первый раз называет свое имя, скажи «что?» и второй, и в третий. Это поможет быстрее устранить отчужденность между вами. Это очень странный совет, если честно. Очень странный совет. Пригласи его на свидание спонтанно. Что-то вроде сообщения с текстом «Ты ни за что не поверишь, где я сейчас? В кафе рядом с твоим домом, и тут супер вкусное мороженое. Ты должен его попробовать». Вы знаете, я подумала, что будет неинтересно, если я не буду использовать эти советы в реальности, поэтому мы копируем это чудо. Мы напишем, что я ем супервкусное мороженое. Мне не поверили. Ладно, окей. Я подразню его. Что? Совет с передразниванием не работает. Так и знаете. Что? Не работает. По-моему, этот видос превращается в то, как перестать общаться с парнем. Флиртуй везде, где представляется такая возможность. Симпатичный официант в кафе? Действуй. Они бы вставили еще кого-нибудь. Кто? Есть кто-нибудь, кто будет сексуальнее, чем Меган Фокс? Ладно, хорошо, Меган Фокс не так хороша. Но типа... Меган Фокс и я. Позволь ему заметить, что ты на него смотришь, и улыбнись, поймав его взгляд. Он перестанет тебя бояться и решится подойти. Официант такой, типа, вы хотели счет? Пиши свое мнение о кино, книжках, в соцсетях. Если ваши интересы совпадут, у него будет повод оставить коммент или хотя бы поставить лайк. Все отношения начинаются с лайков, ребята. Напиши записку и незаметно подсунь ему в карман на вечеринке что-то вроде «Просто хочу сказать привет». Это в 100 раз милее, чем смс-ка. Вы хотя бы видели хоть раз, чтобы кто-нибудь на тусовке к вам подходил, сувал какую-то бумажку в карман, и это оказывалась бумажка с надписью «Просто хочу сказать привет». Непринужденно. Пошли игривый текст после того, как вы обменялись контактами. Это заставит его удивиться и улыбнуться, а также завязать диалог. Игривый текст. Просто хотел сказать привет. Случайно ошибись окном. Напиши ему, какие планы на вечер, когда он ответит: «Ой, прости, я ошиблась контактом». Но что ты делаешь вечером, тоже, конечно, интересно. Меня сегодня кинут в ЧС. Меня просто кинут в ЧС. Ой, господи, что там надо было ответить? Ой, прости. И вот таких мы пытаемся склеить, девчонки. Если вы пышечка, то будет полезно изучить статью «Как понравиться парню, если ты полненько. 5 шагов к успеху». Первый шаг – похудеть, вероятно. Что-то мне подсказывает. Худейте! Первый шаг – худейте! Блять! Занимайтесь спортом. Второй – ухаживайте за собой, одевайтесь со вкусом. Радуйтесь жизни, избавляйтесь от комплексов. Они даже не спрашивали, есть они у вас, нет. Избавляйтесь от комплексов. Не будьте болтушкой. При встрече с ним избегайте излишней болтливости. Вы же не хотите прослыть болтушкой, правда? Нет, ну я попиздеть-то люблю как бы. На самом деле, давайте по факту. Вот это все какая-то хуета. В общем, сегодня... Мы узнали, что советы не работают. Ну, вы просто видите, что происходит, да? Итог дня. Во-первых, я показала, что я дур тупая, потому что, ой, прости, ошиблась контактом. Во-вторых, все беспроигрышные, проверенные и верные способы, как понравиться парню или девушке, заранее тупые. В-третьих, у меня сегодня, как видите, очень хорошее настроение. И надеюсь, пока еще есть... Ой, кому нравится. Это был, я не знаю, наверное, у этого видоса не будет нормального окончания, но я просто устала все это читать. Вот, и это очень-очень-очень-очень тупые советы, как по мне. Ну, камон, ведите себя как парень. Если он стоит вот так, значит, вы тоже стоите вот так, и парень такой, ебать, моя бобина. На этом все, как вы поняли. Я вас чмокаю в пупочек, обнял, поднял, поцеловал. Все дела, ребят. Не забывайте писать комментарии, потому что вы пуськи. Я что-то вам давно об этом не напоминала, так вы и забыли, походу. Нет, есть, конечно, прекрасные зайчики, вообще просто мои сладкие, которые пишут в комментариях всем остальным, чтобы они не забывали, что вы пуськи. То есть они... Ну, вы поняли, короче. Они напоминают.
Я вас люблю, я вас всех вижу, ребятки. Я чувствую, что мы на вайбе. Вот, но многие забывают. Вы обалдели, нельзя о таком забывать, пишите комментарии, потому что вы пуськи. Если вы не пуськи, то вы напишите комментарии, и вы будете пуськами. Все просто, понимаете, кирпичик на кирпичик, все складывается. Логика, логистика. Самый проверенный способ, как понравиться Полине Кудрявцевой. Посмотреть видос, поставить лайк, написать комментарий и подписаться на ее канал. И на Инстаграм тоже можно. И полайкать фотки в Инстаграме. И историю посмотреть. И можно что-нибудь приятное в директ написать. Я желаю вам хорошего настроения, недели, погоды, вечера, утра, не знаю, дня, учебы, сессии, зачетов, вообще всего, работы, там, чё, все, что хотите. Мая, потому что скоро май, ура, я очень люблю май, я вообще обожаю весну, и вообще сейчас уже хорошо, мне всегда весной, мне так хорошо, господи, прости. Вот, ну вы поняли, короче. До следующего видоса. Адьос. Au revoir. Bye-bye. Guten... А, нет. Guten Tag, это не то. Оставляй комменты на его странице в соцсети. Бля, я надеюсь, у него закрыты комментарии.